Добрый день, наши дорогие друзья. Меня зовут Адам Индиев. По прозвищу Борода. Я мастер спорта по дзюдо, боец смешанных единоборств. И сегодня мы будем разбирать один из моих любимых приемов – суплекс. И в этом мне будет помогать работа. Так, друзья, разберем этот прием – суплекс. Начинается все обычно с клинча, когда такое подуставшее состояние. И вот здесь мы, если рука сверху, забираем себе. Если она внутри, то уже более легче тоже. Просто можно отодвинуть и уже вот в плотном захвате. В таком захвате у нас никогда не должна быть спина согнута. Мы стоим ровно, прямо. В таком положении мы начинаем контроль ног. Обязательно. Вот это колено должно контролировать его ногу. Вот она. Ставлен. И здесь он уже не сможет выпрямить ногу. Мне уже легче, ну, держать его в плотности, потому что он не вылезет, не выйдет никуда. И мы делаем за шаг немножко, вот плотность уже. И здесь я его уже ногами, не спиной, а ногами поднимаю. Вот он идет. Наши дорогие друзья, сегодня мы посмотрели бросок суплекс. Подписывайтесь на нас в инстаграме Адам Индиев Борода и следите за каналом Blood and Sweat. Несколько проходов в ноги в ММА. Для того, чтобы пройти в переднюю ногу, самый элементарный проход, наношу ему два удара, раз, два, для того, чтобы он поднял ручки, встал на заднюю ногу. Когда он разгрузит переднюю, я